Здравствуйте, уважаемые гудгеймовцы, любители Старкрафта, Варкрафта и прочих киберспортивных дисциплин. У нас мы на чемпионате России по киберспорту, который внезапно проходит в Белгороде в 2022 году. Я уж не думал, не гадал, что такое событие у нас будет проходить. И первое интервью, которое берем, это с молодым начинающим, но уже довольно скилловым, а как оказалось, по полуфинальным матчам, Протасом Young Star. Привет, Миша. Привет. Миша. Хорошо. Вот. Когда мы подходили к полуфиналу, говорили, что ты с меньшей вероятностью одержишь победу. В чем причина победы? Это ПВП? Это ошибки твоего оппонента? Или просто ты решил, что надо побеждать на лане? Я считаю, что, конечно, я долго готовился к этому матчу перед этим. Кастомил с разными игроками, в том числе европейскими, как, например, Fighting Frog, ему очень большое спасибо, я хочу сказать. Указал мне на мои ошибки. Потом, это мой первый мейджор по Ликвипедии, на котором я участвую. И, конечно же, хотелось побеждать, что я, собственно, и сделал. На самом деле, очень неожиданно. Круто. Ну, еще пока, ну, победа важная, но завтра финал. Да, не торопимся. Сколько ты уже лет играешь в StarCraft? Ну, вообще, я говорил, что я играю 3 года, но это как бы условная дата, когда у меня появилась страничка на Ликвипедии, и я начал активно играть, просто потому что до 2019 года очень много я инактивил, не играл, и на самом деле был весьма посредственным игроком. Но потом StarCraft полюбил и начал все больше и больше играть. И, в общем-то, ну, где-то 5 лет, я думаю, есть. А в какие игрушки, кроме Старика? И почему ты StarCraft в результате выбрал? Я перед этим в детстве, когда еще маленький был, играл в Red Alert, играл в Command & Conquer. Это мой папа. И, в общем-то, как бы из-за этого любовь к стратегиям проявилась. Всем папам, будущим и текущим, обратите внимание, очень важно привить. Стратегия же интереснее, чем дотка, да? Ты играл в дотку? В доту играл 4 часа, потом вышел. Ты что-то услышал там такое, что как бы... Или почему 4 часа? Почему тебе не понравилось? Я играл только против ботов, и мне уже не понравилась эта игра. Но мобы, хотя на самом деле я играл в свое время в Heroes of the Storm, и до сих пор иногда играю с друзьями. Но, конечно, мобы меня не так сильно привлекают, как стратегии. Но как ты справляешься вот с этим давлением, что в Старике уже конкуренция, когда ты начал играть, была сложившаяся сцена, были игроки, кто-то активный, кто-то неактивный, но тем не менее. И ты понимал, что тебе нужно там пару-тройку лет играть, чтобы выйти на какой-то приемлемый уровень. Это осознанный у тебя был шаг, что ты сейчас вот коммитишься и пытаешься выйти? Или ты не оценивал свои шансы? На самом деле, в большой киберспорт я никогда не было цели у меня выйти. Я играл только потому, что мне нравилось, а потом, ну, начало получаться, и как-то получилось так, что на высокий уровень вышел какой-то, ну, среднепрофессиональный, я бы сказал так. Ну, ты где-то сейчас в топ-100 мастер-лиги, гранд-мастер-лиги? Да, где-то так сейчас. А почему не было фотонок на финале? Потому что я не умею их играть. А ты же вроде на ГГ зареген. Да. Там есть стримеры типа King Cobra, которые могут, если что, подсказать. Мне не нравится такой стиль. Я считаю, это подло. И нужно выигрывать честно. В макро. Слушай, когда... тебе было 9 лет, когда я застраивал Вайтру. Ничего в этом подлого не вижу. Вайтра не был против. Ну, конечно, я на самом деле уважаю любые стратегии. Ну, билды, которые выбирают мои оппоненты, и я сам. Просто мне такой стиль не нравится, вот и все. Да, это сильно отличается от привычного StarCraft'а. Хорошо, твои планы, ну, после какого-то выступления, не знаю просто какого, мы узнаем завтра, там, ну, уже топ-1, топ-2, это очень классно в рамках России. Какие у тебя планы по Старику Второму в целом? Что со сцены происходит, если кратко? И как ты себя видишь на каких-то международных турнирах? На самом деле,
вот этот год, ну, 2021-2022, я практически, ну, активно не играл. Хотя, ну, перед чемпионатом России, понятное дело, тренировался, но как только я поступил в ВУЗ, у меня просто не было времени, чтобы играть активно. Ну, конечно, пока StarCraft живет, я буду в него играть и также любить. И на втором курсе, да, наверное, сейчас? Нет, сейчас на первом. Это второй семестр, да. Молодой. А, на кого, да? У меня информационная безопасность телекоммуникационных систем. А какой город? ВУЗ? Москва. Московский технический университет связи и информатики. Серьезно. Ну, такие стратегии как бы и бывают. Ну, это понятно. Хорошо. Давай поговорим о серии непосредственно, потому что мне было очень сложно разобраться. Со мной был еще комментатор Glide, он помогал разбираться. Но мои знания PvP, они достаточно ограничены, опенинги приблизительно, но тем не менее, расскажи сам, пожалуйста, вкратце хотя бы о каждой из игр и о тех ключевых моментах, которые, на твой взгляд, повлияли на результат каждой игры. Начиная с первой, там где, ну, в общем, там где минус 8 пробок у тебя было от Оракула. От адептов. Да. Ну, вообще, я долго перед тем, как поехать на чемпионат России, анализировал стримы Минделя, смотрел его билды, смотрел, как он вообще двигается, что играет и какие у него слабости. Я выявил несколько слабостей, это, конечно же, скорость, по которому по скорости я, в принципе, могу его переигрывать. Именно поэтому я выбирал Stargate чаще всего. Но вот эти адепты, конечно... Обычно Миндель не играет адептов на самом деле, чтобы как-то красить мою экономику, но вот в первой игре это было для меня неожиданно, но в последующих играх я всегда держал пробку на патруле, чтобы она в любое время могла поставить, конечно же, батарейку, чтобы заградить адептов. Ну, дальше по играм давай. На второй у тебя было там три классных залета оракулами, кажется, или к тебе залетали оракулами. Там 20 рабочих там в общей сложности убил. И тем не менее... Каким-то образом этого не хватило? Ну, опять же, опыт у меня игры с Минделем есть. И когда я играл на Оракулов, он всегда приходил с двух баз меня алынить, скажем так, когда я ставил третью. Поэтому в той игре я не ставил третью до какого-то момента, пока я не был уверен, что я точно отобьюсь. Ну и, конечно же, Оракулы хорошо себя показали, но PvP есть PvP, на самом деле не всегда хватает Хараса. Окей, дальше по играм, если вспомнишь карту и там краткое резюме. Так, дальше у нас... это Glittering Caches, кажется, была. Выбирай любую, которую вспомнишь. Да, Glittering Caches. Там я сыграл, скажем так... Я бы не сказал, что это заготовка, но у меня был план определенный, который, ну, скажем так, скопить какой-то кулак с двух баз, с 8 гейтов и просто пролынить Минделя. Бесхитростно, да. Но не получилось. Миндель молодец на самом деле. Он хорошо контролит, и поэтому не получилось его пробить. Следующая карта — это, конечно же, Берлинград. Два гейта в прокси, да. Это вот опять же та самая карта, когда я сыграл Stargate, думая о том, что Миндель будет меня лынить. Думая о том, что Миндель будет меня лынить. И, конечно же, мои ожидания оправдались. Были два гита в прокси, которые я вообще не думал. На самом деле, я был очень удивлен, когда поставил третью базу и их нашел. Да, там пробка такая была. Да. Четвертую, да, кажется, даже была. Я хотел, да, четвертую я хотел поставить, но пробка заметила. Хотел, конечно же, пробить просто сталкера зилотами. Я это тренировал на ладере. И это хорошо работало даже против 5900 протосов. Но Миндель хорошо все понял, все отбил. И, конечно, я в тот момент думал, что я уже проиграл. Да, да. Но там было у вас еще сражение на натуральном. Да. Как мне вернуться? Он снизу. Да, да, да. И там был размен со всеми его пользой, хотя исходные данные. Исходными данными, да. Ну, конечно, PvP очень сложно именно пушить, потому что батарейки дают очень хороший такой запас прочности. Ну, потом третью базу я поставил, вроде как отсиделся, накопил армию, Миндель очень криво подрался после того, как напал на меня. Да, и там уже, в принципе, такое огромное отставание, что довел игру до победы.
Как ты думаешь, почему финальный ему не удалось, несмотря на преимущество по лимиту, с тебя запушить на золоте? Что ты много проинвестировал в кэрриеров, у тебя там было, ну, там, 3 минуты ждать, блин, этих грейдов и столько ресурсов вкладывать. У него дисрапторов плюс 4, плюс 5, лимиты где-то плюс 15, плюс 20, и он не пропушил тебя. Позиционка, там, рампы, вот эта вот позиция решает или что? Я думаю, что Blackburn — это карта, которая очень сильно зависит от позиционки, и, конечно же, дизрапторов как-то пропушить очень и очень сложно. Даже если там на 4 дизраптора меньше, то ты не можешь просто так зайти и взять и выщелкнуть все. Ну, конечно, у меня был определенный план на эту карту, что я поставлю темплар архива, который позволит мне выйти в архонов. Я думаю, что Мендель тоже будет играть в архонов, но, видимо, после того, как я нанес определенный урон адептами, он решил, что играть из отставания Зиа на Зиа совершенно никак, просто никак. Именно поэтому вышел в дизрапторов. Я это понял, не построил ни одного архона за ту игру, сам вышел в дизов, и, конечно же, в кэрриеров я по опыту игры с Менделем, я всегда выходил в кэрриеров позже, чем он. Но в этой игре я решил выйти так рано, чтобы, скажем так, ну, его удивить. Определенно получилось, там игра поменялась, естественно. Но странно, конечно, 6 кэрриеров, он сильно удивился, когда их увидел. Как ты думаешь, были ли какие-то, правильно ли он поступил, что пошел в размены? Ну, понятно, ответ, скорее всего, да, потому что шансов на лобовую атаку у него почти не было. И какие шансы были после размена? Есть ли у тебя, в принципе, нормальный опыт игры в размены? Это же совсем другая игра. В PvP опыт у меня небольшой, на самом деле. В PvT я часто играл в размены. Даже в ПВЗ у меня были размены, но в ПВП я не совсем понимаю, как нужно действовать, поэтому у меня и поздно пошли гейты, и вроде как у меня ресурсов 4000 на 3000 было. Но я, конечно, очень долго сидел, думал, что он меня может в любой момент сталкером прийти и 6 батонов просто выщелкнуть, но на самом деле у него сталкеров было уже совсем немного. У вас были равные лимиты на тот момент, и он даже в чистом поле не мог сражаться. Ну, если у тебя там вся армия была бы, а не только батоны. Ну, хорошо, интересная серия. Завтра будет финал, скорее всего, с Milky Cow, как ты думаешь? Ты не знаешь результаты с параллельно? Знаю результаты, Milky Cow вышел. Я вижу неуверенность в твоих глазах. На самом деле, я считаю, что Milky Cow очень сильно вырос за последние несколько лет. И, конечно, я на ладере с ним играл несколько раз, даже несколько раз я его побеждал, но это и на его ошибках. Если он играет четко, выводит игру в макро, то в макро, я думаю, шансов у меня немного. Это дисбаланс или уровень игры твой? Это уровень игры. Приятно с разумным протосом пообщаться. Хорошо. Спросили про планы, отличное выступление. Ты, наверное, не успел по Белгороду походить? Я только был в торговом центре Мегагрин, потому что я там тренировался. В общем, там компьютеры? Там компьютерный клуб есть, да. А, это Димкин клуб? Блин, я знаю, что у Мегагрине пивоварня. Я уже совсем не киберспортсмен, мать. Хорошо, и как там компьютерный клуб? Хороший? Хороший компьютерный клуб. Но на самом деле в Москве, я думаю, будет лучше, но тут тоже нормально сойдет. Я, кстати, очень сильно удивился, когда понял, что офис Good Game находится в Белгороде. Ну, у нас здесь уже формального офиса нет, но все ключевые сотрудники действительно живут здесь. А как ты... Что по Good Game? Есть пожелания? Под Good Game? Да, в принципе, нет. Это отличная платформа. Правильно отвечает на все вопросы, мне даже не это самое, не потроллить его никак, кроме как футболки. Напоследок скажи что-нибудь, если хочешь, на любую тему, задавай вопросы, передавай приветы. Привет всем моим болельщикам, их на самом деле много. И мне уже все они написали, поздравили. Это мои друзья, с которыми я каждый вечер практически сижу и общаюсь, и они меня поддерживают. Им большой-большой привет. Спасибо большое за интервью. Удачи на завтрашнем финале. Ты сегодня пойдешь тренироваться в грин, правильно? Сегодня, наверное, я буду отдыхать. Хорошо. Спасибо за интервью. Офэйм.